Здравствуйте, меня зовут Марина. Я хотела бы оставить отзыв о базовом курсе «Творю сам». На курс пришла с двумя задачами. Первая – это была научиться считывать и расшифровывать знаки, которые мне дает окружающий мир для познания себя. Вторая задача была – это разобрать отношения с детьми, ну, в плане общения. После прохождения курса у меня, ну, честно, жизнь разделилась на до и после, потому что в поле Нелли, под вниманием Нелли, то есть абсолютно поменялось восприятие жизни, восприятие окружающего мира, людей, себя. Ну, то есть полностью изменилось такое ощущение, что как пелена с глаз спала. То есть оно все было, но ты это не видел. А когда увидел, то есть такие картинки, что не видишь, а потом фокусируешь определенным способом зрения и начинаешь видеть, и думаешь, как ты этого не видел. Вот здесь было то же самое. То есть, приняв, что ты позицию, что ты творец, приняв состояние, что ты находишься всегда здесь, сейчас, изменилось очень многое. Очень благодарна Нелли, потому что, ну, то есть такие сдвиги – это, ну, вот реальные чудеса. А чудеса заключались в том, что, ну, вот я говорю, что видишь все по-другому. Очень легко стало считывать по ситуациям, по людям, то есть видишь через них и понимаешь, что такое зеркало. То есть теперь мне очень хорошо, прям, как говорится, шкурой почувствовала, что вокруг, ну, нейтральные люди. То есть ты видишь, ты щупаешь через людей себя, через ситуации, ты познаешь только себя. Ну, вторая вот задача с детьми у меня была, по детям тоже, то есть включая себя в позицию творца. То есть проблемы стали, как сказать, они стали решаться самым неожиданным образом. То есть там какие-то выяснения отношений либо между детьми очень шумными, или я с ними что-то там решала. Как только включаешься в позицию творца, что ты это создал для чего-то и почему-то это хорошо, то есть и я это принимаю, вот прям стало щелкать, что это я создала, и я это принимаю, то есть все, ну вот скандалы просто вот как мыльные пузыри лопались, то есть дети успокаивались, причем для меня, ну, вот для меня это реальное чудо, потому что ты силой мысли, силой как с состоянием творца, ты сам меняешь свое кино. Очень сильно мне на этом курсе понравилась, как зацепила фраза Нелли. Если у тебя нету чего-то внутри, то ты будешь искать это все время во внешнем. И вот это у меня проявилось в чувстве изобилия. Я решила как бы применить этот инструмент и чувствовать изобилие внутри. И вы знаете, очень сильно поменялось мое состояние. Я перестала контролировать, сколько у меня денег. То есть я стала себя ловить на том, что я не помню, сколько у меня в кошельке, сколько у меня на карте. У меня такое ощущение, что у меня все время есть деньги. И дети стали это транслировать мне тоже. То есть тем, что, ну, реально стали говорить, да у тебя все время есть деньги. Ты, мама, ты почему-то не работаешь, у тебя все время есть деньги. Ну, то есть для меня это, конечно, очень сильное изменение, потому что до этого они все время говорили, что мы там бедные, нищие, ничего у нас нету. И, ну, в общем, у детей там свои какие-то понимания. Поэтому очень благодарна Нелли. Благодарна за то, что она научила чувствовать. Она дала базу, как смотреть на этот мир, как на очень интересный квест познания себя. Благодарю, очень мне понравилось. Хотелось бы участвовать еще обязательно в курсах, в каких-то, может быть, других. Но очень советую курс, вот этот вот базовый «Творю сам». Он очень сильный. Благодарю. До свидания.